В этом проекте вы узнаете, как добыть огонь, если у вас всего лишь батарейка и жвачка. Так как же добыть огонь из жвачки? На самом деле, сама жвачка не понадобится, нужна только ее обертка. Можно использовать любую обертку, но самое главное, чтобы было вот такое покрытие. Также понадобится батарейка на 1,5 вольта и немного ваты, чтобы поддержать горение. Итак, чтобы у вас все получилось, разрежьте обертку на 3 части. Возьмите одну часть, сложите ее вот таким способом. Далее сделайте угловой надрез, оставив на конце расстояние около 1 мм. Не обрезайте оставшуюся часть, она также необходима. Вот что должно получиться в итоге. Возьмите батарейку и подсоедините обертку к противоположным контактам. Результат вы видите сами. Возгорание происходит почти мгновенно. Чтобы поддержать горение, можно использовать небольшой кусок ваты, салфетки или туалетной бумаги, то есть то, что загорается довольно быстро. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр!